Компания «Передвижник» представляет студийный мольберт ARG3, производство фирмы ArtGuru, Россия. Мольберт оснащен подвижной мачтой и относится к моделям типа «Лира». Коммерческое название этой модели – «Лира Люкс». На мольберте можно установить холст на подрамнике или планшет максимальной высотой 120 см. Холст опирается на нижнюю полку и надежно закрепляется при помощи верхнего зажима бегунка. Бегунок легко передвигается по мачте и может быть зафиксирован с помощью винта с удобной деревянной ручкой. Подставка под холст перемещается вместе с мачтой мольберта. Для изменения положения холста по высоте нужно раскрутить две гайки типа барашек, переместить мачту и закрутить гайки. Подставка под холст соединена с полкой для кистей и красок. На полке также можно укрепить дополнительные ящички с принадлежностями. Угол наклона холста можно изменять в широких пределах, передвигая заднюю ножку мольберта. При отодвигании ножки мольберта угол наклона холста увеличивается. Для фиксации положения используется винт с гайкой типа барашек. Имейте в виду, что мольберт не позволяет устанавливать холст горизонтально или под отрицательным углом. Мольберт изготовлен из бука, покрытого специальным защитным составом. Фурнитура из алюминия. Конструкция и габариты мольберта обеспечивают достаточную устойчивость холста во время работы. Мольберт может складываться для хранения в вертикальном положении, занимая совсем немного места. Продуманная конструкция и удобство использования мольберта ARG3 делает его отличным подарком для начинающего художника или студента.